касается специальной военной операции. И Дарью Дугину убили. Депутат Государственной Думы России Сергей Миронов призвал убить президента Украины Владимира Зеленского. Депутат считает, что таким образом Россия отомстит за смерть Дарьи Дугиной. По мнению Миронова, Зеленский сначала должен предстать перед трибуналом, который надо провести в Одессе, а потом его нужно ликвидировать. Касается специальной военной операции. И Дарью Дугину убили. Практически акты продолжаются. Обстреливают Запорожскую атомную станцию. Вы знаете, что Госдума приняла специальное заявление по этому поводу. И в этой связи я считаю, что, похоже, та самая специальная военная операция может перейти в контртеррористическую операцию. А я напомню, в чем главное отличие. При проведении контртеррористической операции одной из главных целей – ликвидация физической главарей бандформирования. Господин Зеленский – главарь нацистского государства и главный террорист. И в этой связи я считаю, что, и не устаю тоже повторять, та задача, которую поставил президент по денацификации Украины, без ликвидации режима Зеленского выполнена не будет. Желательно даже, чтобы сначала он пристал перед судом, перед международным даже трибуналом. И я опять же говорил, самое правильное будет, если этот трибунал провести в Доме профсоюзов в Одессе. Уверен, что рано или поздно так и будет.